Я ты говори, копки. Эй, дозу. Первый момент это диагональ для разреза. Второй момент это катак. Попробуем заниматься, например, в группах человека по 3-4. Примерно те же упражнения. Шаманович. Да. С сохранением контакта. Ориентируйтесь, куда вам нужно выкатываться. Чем остался, конечно. Давайте будем усреднять подход. Есть какая-то содержательная часть, и есть вот упражнение, которое мы делаем в процессе тренировки, которое сопровождает некоторую сложность. Кто-то атакует да, кто-то атакует большую дистанцию. По сути, это дело одно и то же. Вот поменьше внимания, кому как ставить ноги, все же знают, что ее выполняют с этой стороны. Сейчас всех поранили.
хотел передать эстафету. Эстафетную палочку. Уважаемый гость, мы помним Виталий, что Фернандо, Чикай.